Добрый день, уважаемый Рамзан Ахматович. Мы, жители России, видим, как вы цените и развиваете семейные ценности, уделяя большое внимание развитию института семьи. Мы, жители Барнаула, представляем сотни семей России, которые призывают вас помочь нам получить наше оплаченное нами жилье. К сожалению, наша региональная власть не может нам помочь в данной проблеме и не направляет информацию на федеральный уровень. Чтобы не портить статистику, легче замолчать проблему. Сотни семей с детьми и пожилых людей находятся на грани катастрофы из-за данной ситуации. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, и мы очень просим вас передать наш посыл и просьбу о помощи, так как региональные власти блокируют данную проблему и оставляют ее без внимания. Мы ценим все ваши усилия в поддержке семейных ценностей и просим вас поддержать наши семьи в тяжелой ситуации.